сайте Радио Японии и присылайте свои отзывы. Для этого на нашем веб-сайте выберите раздел «Для контактов» и заполните соответствующую форму. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World. Ирина, постепенно все больше раскрывается цветков на деревьях сакуры. Наступает самая приятная пора посиделок под цветущей сакурой. Между тем, можно полюбоваться цветением этих деревьев, не только находясь под ними, но и из вагонных окон. Да, на участке железной дороги, которая проходит между префектурами Токусима и Кочи в более южных регионах Японии, каждый год пускают специальный поезд. Он украшен примерно 2000 светодиодных лампочек розовых и белых оттенков. Да, они напоминают цветки сакуры. Почему? Потому что на этом участке 8,5 километров целых 17 тоннелей. То есть часто в вагонах становится темно. И вот когда в вагонах гаснет свет, включаются эти светодиодные лампочки, которые создают замечательную картину. Ну и между тоннелями за окнами, конечно, тоже буйно цветет сакура. Этим зрелищем можно будет полюбоваться до 15 апреля каждый день.